В районном историко-культурном центре состоялся концерт под названием «Единым стремлением сильны». Вместе с сотрудниками центра выступление было организовано вокальной студией Академия голоса и Богородице Рождественским храмом села Тарычево. В концерте прозвучали как классические арии, так и народные и эстрадные произведения. Кроме того, впервые зрителям была представлена песня «О, Русь моя непокоренная» на стихи видновчанина Александра Носова. Музыку к ней написала сотрудница историко-культурного центра Ирина Москаева, а исполнил произведение диакон Владимир Бобков. Подобные концерты, в которых принимают участие солисты студии Академия голоса и священнослужители Богородицы Рождественского храма села Тарычево, стали уже доброй традицией и неизменно собирают огромное количество зрителей.